Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Тым-тырым-тырым-тырым, выбираем цвет. А, прекрасно, давай. Давай, вот она тебе, полисочка, выбирай цвет. Давай. Вот, блин. Ну ладно. Это у нас на одну руку, да? Так, дальше мы выбираем. Вот так вот. Сейчас, подожди, я сверну. Я сверну. Так, давай, вот они. Тык, вот она. Раз бумажечка, два бумажечка. Где? Где вторая? А вот, да. Пряники. Так, что у нас здесь? Надо же развернуть теперь на камеру одной рукой. Это очень неудобно делать. Все, ты связываешь. О, теперь у меня в голове хоть что-то сложилось с тем цветом. Так, есть. Дальше. Вот это мы сейчас будем играть. Тык и вот тык. Ну, ты не знаешь, но для тебя это будет интересом. А, мне уже страшно. Перемешай. Давай. Да, блин. Мне это все на камеру надо развернуть. Есть. Дальше. Это мы убираем. Цвет запомнил? Блин, нет, цвет надо. Вот так. О, запомнила. Отложила. Так. Давай. Вот. Ты точно уверена? Я вообще уже не уверена. Точно ты не уверена? Уже другого не помню. Ух ты! Мне все нравится. А, вот так вот. Тык. И вот так вот. Вот так вот. Тык. Выбирай. Да ладно. Все, а теперь снимай. И смотри, что мы тебе делаем. Мы тебе делаем вот этот вот цвет. Нифига, как я. Вот это вот в полное покрытие с абстракцией, со стразами. И та-дам! Ну, собственно говоря, как вы поняли, сегодня мы работаем бесплатно, клиент нам платить не будет, поэтому клиенту радость, а мы кусаем локти. Но для этого же и была задумана эта игра, для этого же и было сделано так интересно, чтобы поиграть вот в такое вот мероприятие. Итак, поскольку мы выбрали цвет, это 125 оттенок, выбрали в полное покрытие, то нам, конечно же, нужно выполнить полное покрытие цветом. Цвет мы покрываем в два слоя. На первом слое никуда не доводим, на втором слое доводим куда только можно. Ну и, собственно говоря, абстрактный дизайн. Что такое абстрактный дизайн? Это тогда, когда мы закрываем глаза и делаем не пойми чего. Так вот, не пойми чего мы сегодня делаем при помощи подушечки для штампа. Мы на палитрочку себе отпечатали этот же оттенок, смешанный с белым цветом. Получили вот такой вот светлый нежный фон. И этим светлым нежным оттенком делаем фактуру на своих ногтях. То есть, как эта фактура получится, нам совершенно не важно. Можем делать через просушку, можем делать по-мокрому, можем делать как угодно. В любом случае, нам нужно просто зафактурировать свой ноготочек. Для того, чтобы дизайн смотрелся просто немножечко сложнее. Он не делается сложно, он смотрится сложнее из-за того, что на нем получаются не пойми какие разводы. Далее на эти не пойми какие разводы мы берем, делаем отпечатывание не пойми какой фольги и перекрываем все это матовым топом. Ну а теперь прорисовочка, и прорисовочка, напоминаю, не цветы, абстракция, поэтому прорисовываем опять же какими-то линиями. В данном случае можно было использовать белую красочку, можно было использовать, как мы решили, черную красочку. С черной красочкой это смотрится ярче, это смотрится интереснее, более насыщенно, более проработано. С белой красочкой это бы смотрелось такое невеста-невеста, прям такой нежный невестин маникюр. Поэтому, если вы хотите сделать понежнее, используйте белую красочку. Если вы хотите сделать поярче, как мы в нашем случае, используем черную красочку. Ну и, собственно говоря, просто залипаем и просто рисуем какое-то сочетание изогнутых полосочек. Соединяем тонкие полосочки и толстые полосочки, получаем довольно-таки интересный движущийся по пальчикам дизайн.
Ну и последнее правило нашей лотереи, последнее требование, нам нужно куда-то сюда добавить стразы. Вот это вот стало самым таким сложным моментом в этом дизайне, потому что здесь уже довольно много всего. И куда еще прилепенить стразы, нам пришлось поискать. Но стразы мы все-таки прилепенили, потому что мы об этом договаривались. Итак, вот такие вот совершенно незатейливые, совершенно потрясающие ногти у нас получились, очень красивые, очень стильные. Встретимся с вами в новых уроках. Пока!